всем, кто зашел на мой канал. Ну, сейчас расскажу пару анекдотов про говорящих животных. Ну, то есть, короче, мужик сидит вечером, общается со своим котом. И говорит, ты прикинь, жена тройню родила, что делать теперь? А кот лежит такой умиротворенный. А ты как моих, раздай их соседям, и все, и проблем никаких. Мужик, короче, тоже анекдот такой, мужик приходит в бар, давай со всеми спорить. Ну, типа, собака у меня говорящая, со всеми поспорил на 100 баксов, короче, все. И потом, как что он только не делал с собакой, собака не заговорила. Блин, мужик всему бару проспорил, короче, пораздавал деньги. Идет свой такой собаке. Слышь, ты что, слова даже сказать не могла, сволочь. Она говорит, ты прикинь, если мы завтра поспорим, сколько завтра мы бабок сорвем. Там можно на все 500, на всю 500-ку спорить. Ну и следующий анекдот, короче. Иван-царевич, короче, пустил стрелы. Ну, пустили, блядь, я стрелы, все такое. Ну, Иван-царевич идет такой, ну, на болото, лягушка, блин. Он такой раз книжку перечитывает, сказку так поцеловать надо. Окей, короче, целует, нифига. Он опять целует, нифига, блин, книжку перелистывает. Ну, блин, поцеловать и все. И нифига, короче. Потом это, лягушка молчала, говорит, слышь, Иваныч, я извращенная, мне миньет нужен. Жена мужу такая с утра, ну, просыпается, и она ему говорит, слышь, ты что вчера бухал, я тебя от пола оторвать не могла. Он, блин, клей, что ли? Ну, и это, тоже, мужик такой просыпается с буднища. Вообще башка болит, смотрит, пивко холодное возле кровати стоит, там все, короче, вообще ледяное, обалденно. Он поднимается в квартире, все чисто, все офигенно, короче. Он, нифига, блин, там еда готова, все такое, там бумажка лежит, жена написала, типа, дорогой, я бегала к врачу, сделала тебе больничное, отнесла на твоему начальнику, короче, все, отдыхай, не переживай. Он к сыну, сын, что я такого вчера накосячил, нифига не помню, блин. Он говорит, ну, как обычно, пришел там, а сказал, что мы все сволочи, там, перевернул тарелку борща, сказал, что это говно, жрать невозможно. А когда тебя мамка начала раздевать, я ей сказал, уйди, шалава, я женат. Ну, а кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи!